Привет вам, любители Майнкрафта! В этой серии мы с вами научимся делать замыкание, которое иногда необходимо для некоторых механизмов, сложных и так далее. Значит, для этого нам нужны повторитель редстоуновый и, собственно, пыль из редстоуна. Располагаем повторители вот таким вот образом. Раздвигаем рычаги по максимуму. До, собственно, замыкания. И вот пылью организуем между ними связь. Раз, два. Теперь нам необходим красный редстоуновый блок. Отлично. И активируем нашу цепь. И вот когда у нас все находится вот в таком положении, происходит замыкание, которое обеспечивает работу некоторых цепей именно так, как надо. Надеюсь, видео было полезным. На этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчики, ставьте лайки. Ну и пишите комментарии. Пока-пока.